Но ваши юбочки-то обсуждала вся страна, потому что вы всегда в коротких юбках на рождественских встречах. Не всегда, но у меня были плащи длинные. Ну, 93-й, самая эффектная юбочка в 93-м. Я должен это показать, простите. Это что у нас? Розовенькая, что ли, юбочка? Розовенькая, конечно. Ты словно из метели и зимы, где можно только стужи взять займы. Но мы друг друга любим, любим мы. Мой снежный мальчик, мой мираж. Это очень красиво. Ну, это было видно с любого балкона. Ну, эта фишка была придумана, как, с такими юбочками. Потом, когда было что показать, так что же не показать-то? Понимаешь? Нет, я просто потому, что и сегодня тоже есть что показать, поэтому мы ждем. Ну, не знаю, не знаю. Я еще даже не решила, в чем я буду. Но, честно говоря, у меня вот на кого не хватало времени на рождественские встречи, это на себя. Потому что все остальное это было рассчитано на то, чтобы сделать номера, хорошие номера артистам всем. И они мне просто становились родными после этого. Многие начинали, делали свои первые шаги на рождественских. Многие имидж меняли. Аркадий Укупник, например. Вы просто его сделали пудельком таким. Ну, пусть сам расскажет. Ну что, разве не поменяла тебя, Лабарисовна? Я помню этот момент. Во-первых, мне было сказано, вот телефон, вот человек, его зовут Саша. Парикмахер, да, парень? Да. Я поехал к нему, он мне сделал, значит, такую жесткую химию. Я пришел домой, и моя тогдашняя жена, она, значит, сказала, я тебя не пущу, что с тобой? Я тебя выгоню. Вот, и я... отмокал в ванной, помню. Это было перед, вот на следующий день надо было выступать. И волосом была жесточайшая химия. И они вот после того, как я отмокал, они превратились в такой вот пушистый такой шарик. И я вышел и, в общем, с тех пор пытаюсь сделать... С тех пор ты по-прежнему... Не, ну это было тогда очень важно для твоего появления. Был образ. Вот ты посмотришь, когда эта шляпка, эти кучеряшечки... Беленькие. Вот он. Ну, где такого еще было найти?